Сегодня у нас суббота, сейчас отъехал в гараж. Рядом с домом помойка есть. Ну, там мусор всякий выкидывают. И вижу, лежит вот это. Ни за что не догадайтесь, что я сейчас нашел. Вот я притащил в гараж. Вот это вот выкинули на помойку. В мусоре валялось. Подвес целый. Такой вот сабвуфер. Из фанеры. Сколько тут? На 10, наверное, фанера. В принципе, целый. Тут остатки проводов. Такие вот толстенные провода сюда шли. Ну, а попробовать бы подключить. Вообще динамик живой. Жаль, усилителя там не валялось. О, хрипит. Ну, сейчас открутим это. Посмотрим на динамик. Так, все, открутил. Еще не доставал его, только отковырнул, что он прилепился тут конкретно. Блин, на чем-нибудь ножичком бы. Ножичка, конечно же, у меня с собой нет. Опа! Охренеть! Неужели он живой? Что там внутри? Внутри ничего интересного. Пионеровский. Не супра какая-нибудь. Тут он немножко подзаржавело. Интересно, он работает? Блин, как проверить? Домой, что ли, его тащить? И к домашнему усилителю подключать? Нормально, не рваный. Провода тут идут нормально все. Хрен знает, что его выкинули. Просто же так. Такой вот сабик нашел. Ну блин, это знак. Надо покупать усилитель. И подключать. И в багажничек. Так блин, он пол багажника займет. Куда мне такой огромный субвуфер, там и багажник на свободный. В общем, вот принес я его домой. Ага. Сейчас будем включать. Подключил к усилителю. Усилитель вот такой вот домашний Denon. Он выдает, сколько там выдает? На 4 омах 70 ватт на канал. Сейчас я врубил тут бас на среднем. Высокие частоты вообще убавлены. И баланс чисто на один правый канал. Музычку тут, надеюсь, без авторских прав. На большую громкость включаешь, усилитель в защиту выходит. Явно не предназначен он для игры на большой громкости, на 3,5 Ома. Ну-ка, что-нибудь другое включим. Бас бустит. Ой.
И сейчас еще без этих, без всяких фильтров. Чисто весь спектр частот идет этот, на саб. И не только низкочастотные. Рабочий сабвуфер абсолютно бесплатно с помойки.